Как же мне надоел весь этот ад. И вот просто интересно, ну что еще сейчас может пойти не так? Сдались ему эти души. Ненавижу. Как же я хорошо поспал. Ой. Что? Полиэтилене тепло. Холодает. Это точно. Холодает. Ой, сейчас встану. Смотри, не простынь. А то холодно. Да уж лучше простыть, чем так. А? Какого черта? Спайк? Аконит. Чужой. Тут реальность ломает стеклянный мир грез. Ядовитый цветок среди пафосных роз. Я тебя укрывал от холодных снегов. Только сердце разбито от множества гроз, от построенных стен, от железных замков. Со мною теплей. Я желаю вернуться в то время назад, где среди измерений в цветочном саду танцевали меж звезд мы когда-то с тобой. Мы теперь на земле, каждый в личном аду. Только здесь, на земле, для тебя я чужой. Только здесь, на земле, для меня ты чужой. Только здесь, на земле, для меня ты чужой. Хотел бы я в это верить. Аконит, я надеюсь, ты помнишь, я должен забрать твою душу. Да, я все прекрасно помню. Ты можешь забрать меня сразу после того, как я закончу работу над своим зельем. Все, что я успела, починить портал. Через него ко мне придет та самая родственная душа, которая и поможет мне изготовить то зелье. Хорошо, я тебя понял.
похоже на мир живых. Куда же могла пойти химера? —